Здравствуй, молодежь, Нижний, как живешь, городец Запорожье вместе. Самые активные спортивные школы наградили в Нижнем Новгороде. Министерство образования региона отметило тех, кто в течение года лучше всех организовывал массовую физкультурно-оздоровительную работу. Особо отличились 11 школ региона, благодаря своим активным ученикам. Ведут к победе нас. Дружба все преодолеет. Мы ведь самый дружный класс! Для получения нового высокого статуса всего-то нужно было участвовать в соревнованиях и конкурсах. Так и поступили ученики Заволжской школы номер 17. Они являются неоднократными победителями финала регионального этапа всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» среди городских классов команд. В прошлом году команда заняла 3-е место в финале этих соревнований. Спортом заниматься очень важно, это залог здорового образа жизни. Я занимаюсь спортом с самого детства. Спорт... это движение жизни, а не движение тьма. На мероприятии, кроме дипломов, директорам школ вручили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Это заслуга самих молодых людей, которые выбрали то или иное направление физической культуры и направление в спорте, трудились. Им помогали тренеры, преподаватели физической культуры. И условия, которые созданы в Нижегородской области для развития спорта, они за последние практически 5 лет удвоились. К слову, развитие спорта в Нижегородской области всегда в приоритете. Сейчас в регионе работает 27 физкультурно-оздоровительных комплексов. Наилучшим результатом для области стал тот факт, что с 2007 года число нижегородцев, занимающихся спортом, увеличилось с 9% до 27%.